А Даша не любит сладко? Для кого любит? Так, суп. А, что-то живот так заболел. Ладно, сейчас пройдет. Так, что-то я хотела сделать только что. А, вот это забывает, надо это. Это у нас подарки от Вероники. Блин, как коробку сделать так, чтобы она открыта была. Вот травухи. Папа идет, заполняй за мной. Сейчас напишу. Ой, привет, у Рузана! Рузана, я тебе ничего не принес! Я не могу ничего не принес! Такой маме живем! У нас бабушке сегодня 57 лет. Вот такая она у нас молодая. Да, здесь раньше была дырка. Пойдем покажем Дашину. А это шарик, который мы бабушке подарили на 14 февраля. Да, Ника? У-ху! Иду. А это вторая комната. Так, комната Даши, да? Так уютно здесь и хорошо вообще. Все так под тон. Книжки. Ковер под тон, кресло, шторки, тут цветочки. Книжки из одной серии. Из одной серии. Да, Даша очень любит читать. Да, это из одной серии книжки. Угу. Вот тут планшет. Даша очень много читает, да. Вот тут разные. Это стикеры. Да, и вот такие. Угу. Стикеры. Угу. Ну а ладно, Ника, давай без Даши не будем тут, ладно? Ну, конечно, куплю солнце. Это тут я такая хожу красивая, стройная и красивая. Я уже почти прямо постройнела. Еще немножко осталось. А тут у нас что? Нет, это мое. Ну, здрасте. Ну, что, у бабушки есть такие? Зачем ей? Что смеяться-то? Вот ей не хватало в день рождения только этого. Давай что-нибудь другое. Во, Рафаэлки. Пойдем кушать Рафаэлки. Пошли. Пойдем. Бабушка, иди сюда. Так пойдем туда. Нет, прятать. Бабушка, иди сюда. Давай играть в прятки. А кто найдет? Тут мамины драгоценности. Все такая коробочка-то классная. Вау. Ой, что не выдвигается? А вот, вот так. Ну давай. За ними не залезть. Ну давай. Считай. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Дугоходник выдвигает, но зайчик выстреляет. Ой, а Веронику-то не найти. Вообще. Тут там, кстати, если что, еще одна вот вазочка, да? Поставим. Нет. Вот это. Нет, там так вставлена вот эта штука. А-а-а. О. Кто искать будет, да? Так ты тише-то там сиди. Где тут голос слышала я? Где-то слышала его. Где его слышала? Так, тут его нету. Их тоже. Где? О, это у нас какая-то... Цветочек какой-то там вижу. Иди кушай рифелку. Какие классные. Это настоящие? Большую, да? Не можем найти. Красивые. В доме. Классно. А тут-то какой красивый. Да, большой. Это тогнулся. Тоже в доме. А пусть это мы специально для вазы так согнули. Нормально. Он слишком большой, да, был? Угу. Длинный. И вот такой. Да, потом будет вазочка длинная. Нормально будет. А тут да, не совпадение, да. Ну, что, немножко нет, я не считала. Все. Совпадение! Спасибо.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Стой. А можно петь и по-русски? С днем рождения тебя. Нет. А. Давай, ты будешь с этими цветочками, я с этими. Давай. Давай, Митя, бери эти цветочки и убирай камеру. Ладно. Нет, две руки. Ну, так хэппи, и пойдем на руку. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, мамуля, happy birthday to you. Это был праздничный танец. Нет, Ника, туда не надо. Ника, туда не надо. Веронико. Упадут, да? Упадут, да, и вазочка. Лучше я не буду. Сюда, а знаешь, на столик. Вот, ну, знаешь, вот так. Вот сюда сделай. Давай сюда сделай, на. Так, так, как это? А ну, вот. Просто за диван вот так, да, сделай. Стой, мам, только не другую. Ладно. Пусть, как сюда. Только надо это выпрямить. Ну, выпрямить. Она сейчас голодная. Ой, так мне так цвет понравился, ну, прям обалденный. Где? Вот этих розочек. Таких. Вот эти, которые ты выбрала. Обалденный цвет. Это фуксия же, да, или какой? Ага. А мне просто нравится, что они такие прям алые. Никогда я сфоткаю тебя. Понюхай, как пахнет. Давай. Ну-ка. О, боже, они вообще просто обалденные. Красивые очень цветы. Да. Фуксия. Мама, давай снимем. А давай снимем, как я вчера полный дневник двоек. Ой, листок двоек принесла. Нет. Лучше пятерок снимем. Зачем? Ну давай снимем, а зачем? Ты где такое видела-то? Где? Это же у нее было. На Ютубе? Нет, помнишь, у меня тогда принесла, я тогда... А-а-а. Мама, я принесла, целый медведь. Да там только одно слово было перепутано. Только одно. Ну, местами. Вместо йода я написала чай. И что? И все из-за этого теперь. Смотри, мама, смотри, как она тебе классно сделала. А? Ой, как красиво. Повернись, Ника, встань ко мне. Покажись. Ей красиво улыбнись. Ну, в смысле, просто улыбнись. Дизайнерские способности у тебя есть. А вот так встань вот здесь посерединке. Ну, около цветочков я тебя хочу сфотографировать. Ой, Вероника. Ну ладно. Я ей говорю, что вообще такую бабушку-коробочку красивую купила. Драгоценности, я, да? Я хочу тоже такую. Ну, купим такую тебе коробочку, если хочешь. Все какие всякие. Будешь туда свои складывать. Украшения, да. Бабушка.